Эй! Всем привет, мои маленькие любители Гоха. Это нарезка со стрима, и я хочу вас попросить перейти в описание и зафоловиться на мой Twitch-канал. Ведь впредь стримы будут на нем. Почему, спросите вы? А потому что на YouTube-трансляции убивают статистику видео, и за это мне надо делать либо второй канал чисто для стримов и поднимать его с нуля, ведь если я его даже сделаю, на него перейдет всего 2,5 человека, либо стримить на другой платформе. Пока я выбрал второй вариант, также был бы рад узнать ваше мнение в комментариях по поводу второго канала для стримов. Стримить на нем буду также Гох, собственно, как и на Твиче. Извиняйте за длинное вступление, но я должен был это сказать. Всем приятного просмотра. Типа гайд по редактору? Ой, я там сам много чего не знаю, если это про гайд по редактору. А, хорошо. Там же можно, там прям синематики можно через редактор делать. Очень красивые кадры какие-то, вот это все это. Нет, идея хорошая. Окей, я прям на заметку возьму, надо будет. Нет, это точно надо будет сделать. Ну там редактор, он прям один в один, как в Монофоре. Прям такие. О, точно, я придумал базу. Я-то базу шарю за базовый редактор. А вот за там, так сказать, за глубинные камни, айсберг. Я сам не понимаю. Но там чуваки прям пути прописывают. Там прям, ну реально, синематики делают красивые. Какие-то миссии одиночные, короче. Там пацаны вообще, ребята некоторые. Вот на таких людях, которые вот просто вот это вот делают, на них и держится все комьюнити игры. На таких челах. Ну, сам разберешься по полной как раз. И нам расскажешь. Как говорится, разведка боем, да? Все, я уничтожил, я уничтожил. У меня если что еще есть, ПТ-стрелок. Наш тиммейт ливнул, мне подкрепление прибыло. Что будем делать? Можем, ну да, я тоже так думаю, давай доигрывать уж. Эх, почти. Эх, ладно. Это было глупо, что я сделал. ФТХ 17-е.
Доездилось. О, обожаю. Все. Михалыч, не гуслю. ПТХ 7, имба быстрый, 45-ка советская против каких-нибудь средних танков, нормально. Прям хороша чертовка. Но не всегда, иногда залетает, иногда нет. Тут как повезет называется. Все, вон у них. Нет, 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 умер. К сожалению, боец. Так, все хорошо, чуваки, лечитесь. Ах. Вот ведь приколист нахер. Ах, так. Это тоже неприятно. Так, надо что-то мне сделать против его пушки. Что мне против его пушки сделать? Как-то проползти пехотинцем? Но как? Еще раз попробую, окей. Ну, чуваки, но это не смешно. Это пипец как не смешно, когда вот ну такая херня происходит просто. Пытаешься как-то разрулить ситуацию, хер тебе игра не дает. Просто она берет и у тебя дальность гранаты изменяет. Дальность броска гранаты, ну как бы, вы понимаете. Отлично, я 34-ку даже не спалил. Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я тебя умоляю. Один раз попасть, прошу тебя. Один раз, всего лишь. Нормально. Только надо еще один раз попасть. Только надо еще один раз попасть. Это трэш. Все нормально. Чуваки, все нормально. Найс. Топовое пробитие брони. Вот это вот все. Это есть в компьютерной игре.
Ну давай, попади, ему есть же, давай, хватит харе в воздух стрелять. Отлично. Да, и с выстрела БК подорвем и все. Давай подорвем БК с выстрела, я чё, много прошу? Давай БК с выстрела подорвем и все. Найс. Не успел перевестись. Так, давай. Пожалуйста, рикошет. Пожалуйста, рикошет. Пожалуйста, рикошет. Нет. Извини, я пытался. Но игра компьютерная Gates of Hell решила абсолютно все по-другому. Этот миномет 120 миллиметров бы уничтожить. Просто бы песня была. Тут капец, сейчас 300 тысяч лет буду пытаться уничтожить. Блин, очень слабый урон фугаса, чуваки. Очень слабый урон фугаса. Боже, вот когда не надо, она стрельнула далеко. Когда надо, не стреляет. В чем прикол? Не понимаю. Урон. Так. Походу у них надежда на танк была, как я понимаю. С вас минометов. Реально, кстати, минометов очень много. Быстрее, да. Ну, обожаю. Обожаю, чуваки. Тут лучше бы коктейль Молотова был, честное слово. О, найс. ЖЖ. Яман, 151 пехоты. Обалдеть. О.